вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Следующую песню написал Юлий Ким. Посвящена она объяснению. Обычно таковое случается между двумя людьми, но поскольку в данном случае мы соображаем на троих, то в нашем дивном объяснении будет участвовать он, она, ну и как всегда опаздывает, и ее мама. Послушайте, вы ходите за мною по пятам. Ну да. А что? Вы глаз меня не сводите, я что, картинка вам? Ну да, а что? Вы вечно караулите меня на нашей улице. Ну да, а что? Маньяк какой-то. Ну да, что, ну да, что? Заладил, словно дядя. Ну да, а что? А это вы вчера собаку притащили для меня? А что? Ну я... Так это вы вчера в окошко запустили воробья? А что? Ну, я. А то, что целый день потом гонялся пес за воробьем? Да? И что? И что? Они удрали, но сперва пустили мебель на дрова. Да ну, что ж поделать, это глупо. Ну, очевидно же. Но зато ведь видно, отчего. Ну как-то не солидно. И вам должно быть стыдно. А чего это еще? Ведь я все это делаю по крайней мере год. Да. И что? И ей все это нравится, а не наоборот. И что? А то, что это значит, для меня не ерунда. Да. И что? Ну да и что, ну да и что. Чего вы придираетесь? Скажите лучше да. Или нет? Бам-парарам-байра-байра-байра-байра. И что? И что? И что? Вот.